Спорт, здоровый образ жизни и цифровая трансформация. В Йошкар-Оле прошел молодежный форум, посвященный здоровому образу жизни. В программе соревнования, мастер-классы от ведущих тренеров России и научные секции. Участниками форума стали студенты, а также те, для кого спорт уже стал образом жизни. Один из мастер-классов по силовому фитнесу провел абсолютный чемпион России по бодибилдингу Юрий Голубев. В частности, он рассказал молодежи о том, как спорт спасает в трудные минуты, и напомнил правила тренировок. Моя задача, чтобы она вот, и пока она образно не выдохнется, вот прям вот все, я скажу, только она сама себе, давай, ты себе скажи. Юрий Голубев – тренер более чем с 30-летним стажем. Он работал с Никитой Михалковым, Дмитрием Медведевым, занимается с особенными людьми. В основе его железной школы 5 простых упражнений, среди которых подтягивания и приседания. Однако именно они помогут создать спортивную форму. Главное – работать на максимум, записывать свой результат и на каждой тренировке пытаться преодолеть его, отмечает бодибилдер. Я учу не бицепсов, трицепсов, как многие, когда я приезжаю, ожидают. Сейчас вот бицепсы, трицепсы, сейчас начнет, приехал качок. Я все-таки как учитель физкультуры считаю, что наша кафедра физического воспитания занимается главным. Это прививает любовь, вот это ключевое слово, к физическому труду. Это и дает спорт вот эту радость, когда ты преодолеваешь себя, и казалось, действительно тяжело. Я иногда приходил в зал, просто думаешь, как там возможно что-то поднять. Ты не ел, не спал, приезжаешь уставший, начинаешь поднимать, что-то делать, и вдруг вот эта батарейка внутренняя, она заряжается, и что? Все, я готов к следующему дню. Полежать на диване или потренироваться – каждый решает сам, уверена и супруга Юрия Кристина Голубева, которая благодаря упорству быстро привела себя в форму после родов. Спорт он необходим, что спорт – это залог всего, это дисциплина, это терпение, труд, который помогает как и в духовной жизни, и физически, что это одна из наиболее важных в нашей жизни, потому что без спорта никуда. Спорт – это легкость, позанимаешься спортом, мысли другие, переключаешься. Как только ты полюбишь тренировки, тяжелые силовые будут в легкость, они будут в радость. В соседнем зале мастер-класс по боевому самбо. Его проводят мастер спорта Андрей Семенюк и председатель региональной федерации Денис Габдуллин. Они рассказали об этом виде спорта, показали студентам несколько приемов, которые, к слову, могут оказаться полезными при самообороне. Межрегиональный молодежный форум «Спорт. ЗОЖ. Цифровая трансформация» в классическом университете проходит впервые. Его участниками стали студенты спортивного факультета, начинающие и уже практикующие тренеры. Мы популяризируем здоровый образ жизни, спорт, безопасность жизнедеятельности, туризм обязательно тоже. И мы заинтересованы в том, чтобы массово все население, не только региона, но и России, занимались физической культурой и спортом. Помимо мастер-классов в программе научно-практическая конференция и соревнования. Участники форума сыграли в баскетбол, бадминтон, проверили силы в армрестлинге и фиджитал-единоборстве.